28 октября глава города Каспийска Борис Гонцов с рабочим визитом выехал на улицу Бикинескую, чтобы обсудить с жителями волнующие их вопросы по ремонтным работам, которые ведутся на данной территории. Причина недовольства граждан – затянувшиеся сроки. Как сообщил генеральный директор подрядной организации «Стройинжиниринг» Якуб Мамедов, причина задержки в ливневых дождях, которые прошли накануне во всей республике. Помимо этого, проблему рабочим создает болотистая местность, которая занимает часть данной улицы. Есть факторы, задерживающие вот это сроки производства работ. Но эти такие факторы, как вот вы сами видели вот эти паводки ситуации, которая была у нас. Соответственно, здесь произошло увлажнение грунта, поэтому в тот момент мы не могли здесь вести полноценные работы. Далее еще есть там впереди участок, это болотистое место, оно всегда там было. Мы его осушили, отсыпали. Градоначальник обсудил с подрядчиками все вопросы по данной проблеме и поручил начальнику ЖКХ города Мураду Нухкадиеву проконтролировать рабочий процесс на данном объекте. По словам гендиректора подрядной организации, работы будут завершены в установленные сроки 15 ноября. В соответствии с госконтрактом работы должны быть завершены 15 ноября. Я думаю, к тому моменту работы будут выполнены. Отметим, что данные работы ведутся в рамках региональной программы «Мой Дагестан, мои дороги». Всего на 2021 год в программу вошли 22 улицы Каспийска. Ремонт включает в себя укладку асфальтного покрытия и реконструкцию тротуаров. Для этих целей городу выделено 187 миллионов рублей.